У вас есть какие-нибудь претензии по факту? Парковок здесь нет. Значит, нужно искать. Какого ты имеешь право трогать имущество людей? Скажи, какое ты имеешь право? У тебя есть лицензия, у тебя есть разрешение. Общественное движение. Да какое это общественное движение? Дебил, покажи свою лицензию. На что лицензию? На твое общественное движение. Вопрос. Ты кто такой? Я гражданин Российской Федерации. Ты? Да, я. Я не о гражданстве спрашиваю. Ты как организация кто? Ты как организация. Ты как организация, я тебя спрашиваю. Про ИНН, про все такое. Покажи, кто ты. Покажи. Он только что сказал, слушай меня, ты. Он только что сказал, что он... Давайте с вами не на ты, а на вы. Я с вами пока на вы разговариваю. На ты я буду с тобой разговаривать. Тогда идите разговаривайте со стеклом на ты. В зеркале свое отражение увидите и разговаривайте на ты. Со мной не надо. Чего ты снимаешь, Андрей? Ты сейчас вызываешь? Я сейчас вызываю милицию. Я вызываю милицию. Ничего. Мы не будем. Рад? Эй! Не разговаривай с ним! Ты что такой, хозяин здесь? Здрасте! Общественный брекстоп там. Вы вторым рядом на отличке припарковались. Просто он сейчас такую замечательную наклейку наклеит. Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу. Спасибо большое! Скажите, пожалуйста, а вы как оказались на встречной полосе припаркованной? Вас ничего не смущает? Приятного аппетита, извините, пожалуйста. Смущает, уезжаю. Не, просто здесь, это же реально встречка, как так оказалось? Просто скажите, пожалуйста, как такое возможно? Случайно, чисто случайно. Случайно оказались припаркованы, ну, на встречке вторым рядом? Да. Я понимаю, вы не могли бы покинуть второй ряд, а то я-то не ДПС, но меня крайне смущает ваше положение. Покидаю. Спасибо. Наклеил. А в чем вопрос? В том вопрос. Иди и оттирай его в том вопрос. Не, мы не будем оттирать. Вы нахамили людям. Мы я тебе сейчас нахамлю, я тебе в отделение доставлю, будет штаб хамить. Можете доставить, можем даже дойти, я знаю, где оно. Ну, вот там за домом. Причем есть ДТП, хулиганские действия, бери и оттирай. Какие хулиганские действия? Такие молча, ты имеешь право, покажи, что ты имеешь наклеить. Я тебя наклею. Я ничего не понимаю. Мужчина, давайте вы будете ставить свой разговор как-то. Я тебе сейчас поставлю так, что факт. Что, зачем наклеить? Я понял, хорошо, наклеили, потому что вы нахамили людям и поставили автомобиль. Я на не нахамил. Если наклеить, я наклею. Если вы перепаркуете, мы не будем ничего клеить. Я же сказал, если наклеить, я вам наклею. А что вы сделали? Никому, не тебе. Тут я убрал вас, вы наклеили. Иди, отбирай. Вы закрыли зебру, мужчина, зебру. Я зебру ее полностью не закрыл. Вы полностью не закрыли, вообще полностью. Пусть я отвечу за это. Зачем наклеили? Наклеили. Это сейчас на лоб, пусть отбирать, я найду хирург на отбирать. У тебя что, голова взорвалась? Я вас понял, ни один хирург не отклеит. Давай оттирай, иди. Я не буду оттирать. Будешь сейчас оттирать. Это, понимаете, вы нахамили, вы получили, чтобы вы впоследствии... Я узнаю, где ты живешь, я тебя найду. Узнавайте, пожалуйста, живу здесь недалеко. Ну не будешь далеко, далеко и найдут тебя. Вот, все, я понял. Дебил. Удачи в ваших начинаниях. И тебе, киномеханик. Здрасте. Общественный проект Stop Cam. А вы припаркованы вторым рядом. А вы перепаркуетесь, кстати. Ты же понимаешь, это Москва. Ситуация такая. Мы будем бороться с тем, чтобы парковки было больше и так далее. Мы все будем это делать. Просто нужно начать с каждого. Начать с каждого нужно. Вы должны начать с себя, мы должны начать с себя. Вот идите к Собянину и говорите ему. Вы тут стоите рядом. Тебе, ты слышал, что я говорил? Да, я слышал. Или вы не слышали? Молодой человек, много этих матов, я вообще просто наклейку вам наклею, и все, мы на этом закончим с вами наше. Ты мне наклеишь. Потому что вы стоите вторым рядом. Ты стоишь со мной, диалог ведешь. Ты уже у меня спросил. Вы перепарковываете? Я тебе сказал, что я перепаркую. Все, перепарковывайтесь. Молодой человек, это тоже второй ряд, представляете? Я также он снимает цели нашей и вашей безопасности. А что вы ходите? Пакость ничего не снимите, да? Молодой человек, перепаркуйтесь, пожалуйста, правильно. Я последний раз вас прошу. Да? Да. Наклею.